Не нашла свою сумку Лаэва, но нет времени искать, поэтому теплый шарф, вот это вот пальто, пальто-пиджак, здесь 50% шерсти, оно легкое, но теплое. Вот, ну, в принципе, на машине, поэтому не должны замерзнуть, все. Сегодня вот такой вот наряд. Ну, мне кажется, ничего, с белыми джинсами сейчас. Ну, вот как-то так. Джинсы кос, такие кропики. Это Inspire, очень такой теплый, легкий пиджак. Ну, это пальто-пиджак, так оно называется. Вот, кстати, нашла пачку парламента. Ой, блин, что только не найдешь, да, в прошлогодней одежде. Сумку Лаэва не нашла, но она где-то лежит, просто надо искать. Я думаю, что на верхних полках я вот за это, как говорится по-польски, запердолила куда-то. Запердолила, что найти не могу. Знаете такое слово? Запердолила. Ну, типа, куда-то засунула. Вот, так что будем искать. Ладно, все, побежали, времени нет, встретимся в магазине. Только послушайте, как птички поют. Слышно вам? Класс. Все, весна. Весна наступила. Ну, посмотрите, какой там паучелла залез. Паучиха. Знаете, как классно все-таки телефон снимает, да? Никакие камеры не нужны. И задник блюрит. И паучка хорошо видно. Ох, красота какая сегодня. Солнышко, прекрасная погода. Ну что, мои дорогие, мы с вами в Остенде. Погода сегодня прекрасная. Смотрите, какой вот архитектурный момент. Вот это вот типа. Это тоже под старину здание. По-моему, они не старинные, а так сделаны под старину. А вот это уже новое нагородили. Видите, достраивают. Вот эта башня новая. Там раньше вообще была вечерняя школа. Вот этот вокзал. А вот это вот новые апартаменты настроили. То есть видите, какое комбинирование старого с новым. Мне кажется, это интересно. И вот такие вот апартаменты, апартаменты, апартаменты. Так. Видите мачты? Три мачты. Это огромный парусник. Меркатор называется. Это музей. Его можно посетить, если вы с ребенком, особенно если с мальчиком. Против солнца снимаю, плохо видно. Видите, каждый кружочек — это каюта. Я ни раз там не была, но как с удовольствием бы посетила. Наконец-таки у нас солнечный день. Теплый. Ну, такой по-весеннему теплый. Градусов, наверное, 10. Может быть, на солнышке, если спрятаться от ветра, может быть и теплее. Вот, я иду покупать себе джинсы и двум девчонкам из Москвы. Яночке и еще одной своей подписчице попросили купить мне джинсы вот эти вот грязные, которые я мерила во влоге. Они, правда, классные. В общем, не знаю, если там 3/38, ну, в общем, себе должна отхватить. Потом Яночке, а потом подписчице. Прям, знаете, в воздухе чувствуется. Мои дорогие, кто-то знаком с этим вот брендом Мили? Где-то я его видела. То ли в обзорах у кого-то, то ли в какой-то коробочке мне попадался. Вот такой вот уходик у нас тут появился. Все для волос. Ну, по-моему, только одна линеечка вот такая вот. А, вот что у меня было. Точно, я вспомнила. Вот этот вот розмариновый... масло розмарина, мята и мяты. Точно. Вот оно у меня было в коробочке от Look Fantastic. Все, я вспомнила. Спасибо. Короче, очень классный бренд. Так, девчонки, а я проголодалась. Я сегодня провела эфир трехчасовой. Съездили с Жориком, свозили в клинику. Я бегом-бегом еще в центр успела. Купила себе вот такое детское питание. Сейчас перекусить. Банан, манго и овсянка. Написано био. Сейчас покажу, что еще купила. Еще купила вот такой протеиновый батончик. И, ну, в общем, низкое количество здесь калорий. Айсти. Надо было, конечно, воду купить, но с водой как невкусно. Вот, сейчас быстренько бегом-бегом перекушу и зайду в H&M, пока он не закрылся. Потому что время у меня осталось совсем мало. Мне бесит, конечно, что магазины закрываются в 6. Но я сама работала в торговле и понимаю, что как бы в 6 закрываешься, в 7 ты дома, и у тебя от вечера ничего не остается. Магазины работают с 10 до 6, шмоточные. Вот, ну не совсем это удобно, но что делать? Вот так вот. Так что надо походу перекусить сейчас. Ой, такое красивое белье вы там. Хорошее, мне нравится. Мне, наверное, не знаю, половина всего белья это там.
А вторая марка вот такая, Хюнкенмоллер. Это два таких бренда, вполне себе таких очень простых, бюджетных, но качественных. Очень люблю вот этот вот Flying Tiger. Ну, он везде есть по Европе, это датский бренд. Тут всякие штучки, канцелярия, что-то для дома, для детей, всякие мелочи. Я там Евке покупаю много подарков. И, наверное, в мае поеду в Россию, именно в Калининград. И надо будет что-нибудь ей набрать, каких-нибудь подарочков. Ой, а это очень вкусное мороженое. Австралийское, конечно, вкуснее, чем итальянское. Сицилийское мороженое нет, но австралийское тоже очень вкусное. Сейчас покажу, какое я люблю. Так, это сорбе. Ой, как вкусно. Ну, знаете, в такой холод и не хочется ничего такого. Боже, как он называется? Малага, по-моему. Но я не вижу. Он такой вкусный, немножко с ромом и вкусом. А это вафельки. Вафельки разных цветов, разных вкусов. И с клубникой, и с какими-то твиксами. Боже мой, это очень сладко. Нет, я такое не хочу. Мы с вами опять здесь. Я перекусила, мне же прям так хорошо стало. Съела пол батончика. Ой, где остальной батончик? Короче, съела пол батончика. И вот эта пюрешка груши. Так вкусненько. Ну, я сегодня за день, сейчас 5 часов дня, 5:30 уже, я только одно яйцо съела. Смотрите, какой красивый лирата фикус. Я когда-нибудь хочу, чтобы мой так вырос. Но я подозреваю, что это пластик. Да, это пластик. А вот дерево прям выглядит натурально. Но это пластик. Вот хочу, чтобы моя лирата, она мне подгнивать стала. Короче, переживаю за нее. Так, ну что, мы приехали за джинсами. Так, сейчас будем выбирать. Мне надо трое джинс купить. Не появилось эсочки. Тут у нас М-ка, которую я вчера мерила. Элька. И Элька, как я и говорила. Так, никто это не купил. Ну что, я не буду мерить. Идем сразу на кассу. Ну что, я все перерыла, нашла только две пары. 38 размер. А всем нужно этот размер. И мне, и Яночке, и еще одной девочке. Вот, видите, 2 38-х. Ну, беру две. Может быть, еще перед отъездом зайду, может быть, их подвезут. А еще есть юбка такая же, тоже грязная, этот катон. Ну, это сейчас супер тренд. Короче, берем, идем на кассу. Смотрите, какую красоту нашла. Как красиво. И цвет красивый. Может, померить? Но это размерчик XS. Нет, я не влезу. Очень красиво. Блестит, да? Классный. Цвет такой классный. Но XS я не влезу. В груди мне будет маловат. Жалко. Это последний. Видите, Latte Cans. Это последний шанс. Канс. Шанс. Да? Похожие слова на русские. Так, все. Аня, уходи, уходи. Тебе не нужен хлам. Иди, иди отсюда. Что-то мантра моя не работает. В этом году какая-то рок-н-ролльная коллекция. Может, на каждый год в H&M, я не знаю. Смотрите. С Нирваной свитшоты. Вот такие вот Нирвана, кстати, классная. Я любила в детстве Нирвану, Курт Кобейна. Ариана Гранде. Offspring. Тоже классная группа. Вот это тоже что-то рок-н-ролльное. Нью-Йорк. Nevermind. Нирвана. Это Rolling Stones. По-моему, каждый год, да, они такие продают тему. Ну, слушайте, нормально. Для молодежи пойдет, правда? Так, ладно, идем на кассу. Надо джинсики оплатить. Вот, ACDC. Кстати, они до сих пор выступают. У них, по-моему, в прошлом году тур был по Европе. У меня племянничек ходил, любит их. Они по всей Европе выступали. И в Париже были, и в Вене. Нирвана. Вот классная маечка. Монако. 17 евро всего. Вообще супер. И в полоску, и такой ненапрягающий принт. Прям класс. Ну что, забрала джинсы. Только двое брюк. Больше нет, но еще подвезут, сказали. Так что я их, конечно же, буду вылавливать. Потому что пообещала девочке, она так хочет их. Такое, конечно, унижение. Вот это вот забрать у людей Зару с H&M, правда? Ну, кого они наказали? Ладно, об этом можно вечно. Пойдемте зайдем в Вера Моды. Я 100 лет не была. Я когда-то работала, кстати, в этом магазине. Когда он только открылся. Вот здесь была касса.
Я вот работала на первом этаже. Сейчас кассу отсюда убрали. Там у нас Jack and Jones, по-моему. А, нет, Jack and Jones теперь здесь. Господи. Вот. Я открывала этот магазин, можно сказать. А наверху Вера Мода. Уже, по-моему, здесь никто не работает из стареньких. Это много-много-много-много лет назад. Вот Вера Мода, это, кстати, Дания. Я как-то, вот, знаете, недолюбливаю. Не знаю, почему. Может, потому что я здесь работала, а может, потому что я знаю, что качество здесь так себе. Очень плохие составы. Дороже, чем H&M. Да, сколько вот такой плащ стоит? 60 евро. Ну, то есть цены дороже, чем в H&M. Дороже, чем в H&M. Кстати, как вам мой лук сегодняшний? Сумка здесь должна быть другая, но мне не было времени искать. Я, короче, здесь должна быть сумка. Я сейчас переписывалась с Максом. Макс вообще в пуховике в Милане. Поэтому я думаю, что вот так я в Милане не замерзну. Это шерсть, это шерсть. Еще у меня здесь такой вот очень теплый лонгслив. Вот эти ботинки, конечно, я брать не буду в Милан. Я поеду в кедах. Вот. Так о чем я говорила? Короче, Вера Мода. Мне не нравится она вообще. Ну, смотрите, 45 евро вот такая юбка. Но в H&M можно дешевле найти. Я думаю, может и нет, может я ошибаюсь. Но, короче, не знаю. Тогда уж лучше в Зару пойти за эти деньги купить юбку, правда? Ну, видите, столько лет этот магазин здесь, и как бы, видимо, никто не закрывает его. Значит, все нормально. Значит, продают. Хорошо. А мне вот такое зеркало надо домой. В потолок огромное. У меня мало зеркал. Кстати, вот такая сеточка мне понравилась. Она прям абсолютно прозрачная. Прикольная. Можно топик какой-то вниз надевать и носить с чем-нибудь таким свободным. Если бы у меня был сейчас черный лифчик, у меня белый просто, я померила бы. 100 лет ничего не покупала в Вера Моде. Смотрите, какие у них джинсы тут появились. Прям расклешенные. Прям клешики. На высокой талии. Может, померить? Ладно, давайте померим с этой прозрачной кофточкой. Так, ну что, смотрите, я померила вот эту кофточку прозрачную. Вот с таким вот вниз нашла такой топик. Он отдельно продается. Вот такой вот топик. Ну, потому что нет у меня черного лифчика. Но сетка, кстати, очень классная. Очень приятное, нежное качество такое. Цена прям бюджетная. Единственное, знаете, что раздражает? Что здесь полоска идет. Сама по себе есть полоска на топе. И еще у вас получится здесь одна полоска от вашего топика или лифчика. Вот это обидненько. А можно наверх? Слушайте, у меня же есть от Encanto. Помните такой вот ракушка боди? Можно с ним носить. Мне сеточка понравилась. Наверное, надо взять. Очень классно. Куда-нибудь вечером пойти в ресторан. Сейчас я померюсь с черными джинсами. А можно, я не знаю, как под пиджак куда-нибудь надеть. Классная штука. Единственное, что бесит вот эта полоска. Очень красиво. Так, а это вот образ с джинсами. 36 размерчик я взяла. Да, S-очку взяла. Слушайте, 50 евро за джинсы. 50 евро. Очень дорого. Нет, с этими джинсами не смотрится этот топ. Но я хотела с чем-то топ померить. Они, видите, такие расклешенные к низу. Вот такая попа толстая. Ну, если на каблучках, то ничего. Тык-тык-тык-тык-тык. Нет, вместе отдельно классные вещи, если отдельно носить. Если вместе, не очень, да? Сюда лучше какие-то просто черные брюки. Или кожаные. А джинсы, кстати, неплохо сели, да? Сильно в обтяжку тут, но я же похудею. Они такие прям резинки, джинсы-резинки. Как же хочется похудеть. Хочу ноги вот эти, жир, вот этот скин. Посмотрите, сколько его тут. Руки вроде тоже надо подкачать, но руки не так страшно, как вот эти жирные ляшечки. Или джинсы так полнят меня. Ну что это за жопа такое? Ну, думаю, взять, не взять. Девочка мне говорит, мы еще 10% скидку сделаем. Думаю, ну 10% мне погоду не сделает. Я, да, feel better. Короче, я не знаю, брать, не брать. Мне кажется, очень секси. А полоски? Ну, что полоски? В принципе, даже под пиджаком носится. Вот видите, здесь у меня топик.
И топик можно снять, естественно. Одеть можно лифчик, который без лямок. Черный у меня такой есть как раз-таки. Есть у меня вот этот... Короче, стою, себя уговариваю. Ну, мне кажется, классно. Я люблю такие сетки. Цена 27 евро. 10% скидка, 25 евро. Ладно, берем джинсы, нет. Представляете, вообще ни одного человека нет. Кошмар. Кстати, вот этот свитер тоже прикольный, мне понравился. Такой в стиле тотем. Так, ну что, конечно, я купила себе. Естественно, я купила себе этот топик. Я в нем пойду в театр. Вы же знаете, что меня пригласили в Ласкалу? Да, я иду в Ласкалу. Первый раз в своей жизни на балет Мадина. Итак, я одену вот этот вот топ. Он места не занимает в чемодане. Возьму эту ракушку от Инканто. И сверху вот эту сетку надену. И черные брюки. И все, у меня будет супер-пупер образ. Короче, сама себя уговорила. Ладно, пойдемте еще в парфюмерный зайдем. Я хочу еще раз попробовать этот вот новый опиум вишневый. Что-то вчера мне база не понравилась. Ой, вот это мне нравится, такая этническая, такая как батничек такой. Прикольный. 60 евро стоит. Если взять в большом размере, будет красиво. И вот это классная кофточка, но это прям полиэстер галимый. Скатается быстро. Так цвет приятный такой. Я называю этот цвет холодный желтый. Он не теплый, он такой именно как у птенца. Ну, вот такой вот шопинг-центр небольшой. У нас здесь Esprit, раньше там был и Сипари, там у нас Only. Ну, такой, в общем, знаете ли, маленький такой шопинг-центр. А это вот как бы главная площадь города. Вот там у нас Бершка. Такая вот здесь беседка. Иногда здесь играет оркестр. Да, летом вот здесь все в террасах. Сейчас пока террасы не выставляют, на пасхальных каникулах выставят. Ну, вот такой вот у нас городочек. Видите? 5:30, а еще солнышко светит. Вот так вот. Кика у нас открывается, смотрите. Прямо рядом с Бершкой. Прям топовая локация. Девочки, которые одеваются в Бершке, они тут же пойдут в Кика и тоже что-нибудь купят. Да? Ну что, пойдемте в парфюмерный. Я вчера попробовала вот этот вот опиум вишневый. Он сначала мне показался вау, 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 вау. А потом что-то, знаете, под вечер я стала вот так вот руку поднюхивать. И что-то думаю, нет, что-то не то. Какая-то хрень. В общем, я, короче, расстроилась, что это аромат хвалила-хвалила, а мне он не понравился. Так что сейчас еще раз протестируем. Так, что-то мне еще надо сухой шампунь купить, маленький, ручную кладь, чтобы там уже с укладками не мучиться в этом Милане и с собой фен не тащить. Купить надо маленький, чтобы там не покупать здесь. Смотрите, какое солнышко классное. Если вы находитесь в Бельгии или приедете в Бельгию, не знаете, какой брать шоколад, покупайте вот этот вот Neuhaus. Он и в аэропорту есть, он есть в разных вот таких вот бутичках. Он очень красиво выглядит. Ой, прям мне захотелось вот такое вот. 15 штук, 30 евро. Дорого, он дорогой, но он очень классный. Смотрите, со смородиной, с ежевикой. А с вишней нет. С вишней нет, значит нет, значит уходим. Потому что мне показалось, тут вишенка. Вот пасхальные подарки. Вот такой зайка, 24 евро. Но это очень вкусный шоколад. Очень-очень-очень-очень вкусный. Вот, конечно, Леонидас чуть-чуть попроще и подешевле. Ой, какое солнышко, как я по солнышку соскучилась. Сейчас на море, наверное, красиво. У меня батарейка садится. А это называется Мудр Бабелют. Мамочка, мать Бабелют. Бабелют. Это, ну, здесь тоже всякие вкусности. Вот эти очень нравятся мне с апельсинкой. Белый шоколад очень вкусный, но очень калорийный. Ну, это же пасхальные яйца, понятно. Боже, это что, какая-то крыса? Что это такое? В общем, вот это их фирменные конфетки. Мудр Бабелют, это как ириски. Это Купердонс, это носики такие, там внутри сироп. Ягодный, очень вкусный. Ну, в общем, тут разные конфетки. Снеубален, это называется снежки. Вот, тоже шоколадки. А это Чоко Бубис. Шоколадные сисечки, но у нас это, наверное, птичье молоко. Шоко Бубис.
Чокобубис. Ладно, пойдемте. Мне нужно зайти вот сюда, вот в Крюдвайт. Кстати, 100 лет не заходила в Ривервудс. У нас бельгийки очень любят этот бренд. Он такой недешевый, но в другой раз, не в этом влоге. Очень они любят этот бренд. Да-да, очень любят. Ну, видите, здесь уже цены как Массимо. Кофта сос 150, блузка 150, джинсы 130 и так далее. Ну, качественная, конечно, одежда. Английский, по-моему, бренд. Или американский. Да, американский, наверное, раз флаг американский. Так, мне нужно вот сюда. Я сейчас куплю здесь сухой шампунь. И мы с вами пойдем вот в этот магазин April. Там парфюмерия. Так, у нас сейчас скидка вот на этот вот классный турецкий бренд Atelier Ribul. Он продается, кстати, в Ривгоше. Вот этот аромат, он такой пряный, такой имбирный какой-то. В общем, пряный. Вот с такой вот кисточкой сейчас продается. Был 65, а стал 51. Я думаю, может мне взять. Надо прочитать по нему, стойкий, не стойкий. Такой красивый. Смотрите, такой наборчик, мыло, гель и для рук. Всего 40 евро. Посмотрите, какой шикарный подарок. Вот этот вот скраб, гель для душа. Вообще 13. Это очень хороший люксовый бренд. Видимо, не пошло. Наверное, распродаются и будут закрываться. Так, а вот смотри, 46. Там что у нас? Это аэродиффузор и свеча. Короче, напишите мне про этот аромат, стоит ли мне его покупать. Так, а что у нас на ужин? Боже, как это вкусно! Манго, авокадо, огурчик, помидорчик. Здесь лосось маринуется в соевом соусе. И отваривается рис. Боже, какой вкусный манго. Кусочек, маленький кусочек съем. И рисик у нас будет готов. Ну и вот что у нас получилось. Вот такая огромная тарелка. Это покебол по-домашнему. Манго. Манго я уже съела, пока рис готовился. Это рыбка. Это колбаска куриная. Огурчик, помидорчик, манго и авокадо. И так, вот ну что, вкус. У нас сегодня покупочки продуктов. Рыбка. Давайте быстро посмотрим. Какао. Масло. Еще масло. Йогурты. Йогурты греческие. Брокколи, орешки. Жорик, помогай. Так, протеиновый хлеб, салатик, Никуськин любимый сырок. Никочка такой любит. Каша малаша. Паста. Помощник тут стоит. У нас 3 банки майонеза. Куда еще? Тунец, тунец, тунец. Еще тунец. Ой, вот это я люблю. Вот это вкусняшечка. Орешки. Био. Так, это заморозку. Так, ну что там еще? Ой, ничего не видно. Так. Так. Ух ты, какие батат. По килограмму, наверное. Все, да? Что там еще? Хлебушек. Рисик. А тут у нас что? Имбирь. Еще. А, это дрожжи. Лимончик. Ох, какая красивая. Тут паприка. Еще имбирь. Он портится. Авокадо, перчик, авокадо, еще лимончик. Ну все, Никуся голодать без меня не будет. Так, это для выпечки что-то. Ой, хорошенький, привет. Так, не сгрызи мои, пожалуйста, наушники. Так, смотрите,
Я себе купила вчера вот такую классную косметичку с кисточкой. Я люблю кисточки. Вот такая вот она маленькая. Сюда у меня влезет уход. Какие-то там всякие косметические средства, чтобы было в одной косметичке. В общем, там, ну, короче, я с ручной кладью лечу туда, обратно уже с багажом. Мне кажется, симпатичная такая, она такая как бы цветочек, велюровая. Мне очень понравилась. У меня такая страшная косметичка уже, вот эта вот для путешествия. Она, знаете, такая огромная, черная. Литуаль мне дарили давным-давно. Вот, так что вот такая вот у меня будет малышка для маленьких коротких поездок. Смотрите, какой я купила классный спрей для волос. Он не темный. Обычно они все такие темные, черные, матовые, страшные. В общем, попробую, видите, средний коричневый цвет, пятерка, семерка. Посмотрим, может, светлый будет. Ну, в общем, вчера купила. Хотела купить такой маленький себе сухой шампунь на всякий случай в поездку. Не нашла. Вот, не знаю, надо будет сегодня еще съездить. Вечером съезжу, мне надо купить шоколад еще. В общем, сегодня чемоданное настроение. Так, ну что, вот этот вот топик. Классный, мне он так нравится. Именно его цвет нравится. Это H&M-чик у нас. Купила я вот эту прозрачную сеточку, которую мерила. Возьму с собой, пойду в Ласкалу. Ласкалу в нем. Ну и вот такие вот джинсы. Такая темнотища сегодня. Короче, купила вот эту сеточку. Я под нее надену какой-нибудь бодик симпатичный. И внизу будут у меня черные брюки. Мне кажется, это будет очень красиво. Вот. Ну вот эти джинсы вы видели, да? Это я себе взяла. Такие же взяла Яне. И, в общем, потихонечку уже собираю чемодан большой в Россию. Так, ну вот такие вот покупочки. Да, кеды не купила. Надо будет сегодня, может быть, заеду за ними. Тогда я в них и полечу. Вот, но планирую в белых джинсах лететь. Наверное, не очень хорошая идея. Что, мои дорогие, что я ем, чтобы похудеть, как говорится. Девочки, сейчас время. Ой, нет, на руках нет часов, но я думаю, что сейчас часа два, наверное. Вот, проснулась я сегодня 9:30. Вот, у меня был уже кофеек. Вот, я там в магазинчик съездила туда-сюда, уже начинаю вещи собирать потихонечку в поездку. В общем, мой десерт это маракуйя. Вот, свеженькую купила. Обожаю. Маракую, лимоны купила, имбирь. Ну, я там быстренько сняла, не знаю, буду я это выкладывать или нет. Короче, купила маракую. Николь ест, я ем. Я купила еще авокадо, лимоны. Так, это у меня яичко отварное еще лежит. Имбирь купила, бананы. Вот такое вот для кофе молоко купила. Николь любит вот этот протеиновый хлеб. Ну, тосты можно делать. А я на обед, значит, что у меня? У меня вот такая вот Филадельфия. Короче, это лайт. Вот это Филадельфия. Огурчик, паприка. Тунец. Как я замешиваю тунец? Вот так я замешиваю вот яйцом. Это очень вкусно. Огурчик. Не хватает зелени, но у меня ее нет. У меня ее нет, по-моему, или есть. Так, а зелень-то я не купила. Я купила вот такой вот салат. Ну, можно немножко порезать. В принципе, ладно, не буду. Вот там еще у меня авокадо лежит. Короче, ну что, мои дорогие, давайте попьем чай. Чай с лимончиком, с орешками, с моими любимыми, как они называются, финики. Интересно, чьи это финики? Ага, ну это компания нидерландская Jumbo. А откуда они? Мне кажется, или Израиль? Какие-нибудь арабы. В общем, вот такой вот у меня перекусик. Кстати, не доела то, что вам показывала только что. Вот, ну уже прошло пару часов. Я потихонечку собираюсь в Милан. Собираю вещи. Что-то там прям такая погода плохая. Пасмурно все. Чем ехать? Боюсь, я в пиджаке-то замерзну. Я боюсь, что я замерзну в пиджаке, даже если шарф возьму. Короче, не знаю, может, все-таки пальто или пуховик. Макс в легком пуховичке. А Гуля в пальто. Так, еще одна девочка, моя подружка из Москвы летит, Леночка. Но она тоже, наверное, в чем-то теплом, раз из Москвы. А мне хочется в пиджаке, в белых джинсах гулять, в кедах, знаете, прям весна-весна. У нее была весна. Так. Я, знаете, с детства не люблю крепкий чай. Вот прям, чтобы он черный был. Я люблю такой, знаете, полупрозрачный чаечек. Вот, люблю черный чай с лимоном, обожаю. Но он должен быть сладкий, а сахар мне нельзя. Вот кофе могу без проблем пить. Любое вообще. Хоть сладкое, хоть не сладкое. Кофе могу пить черное, без молока. Вот сейчас вот могу добавить молоко вот такие вот, ну, типа какое-то органическое, альтернативное молоко. А вот чай должен быть сладкий, да. Но у меня нет никаких этих. У меня есть только мед.
Вот этот вот имбирный, но он мне надоел по вкусу. Так что будет без всего. А что делать? Кисленький. Ну, зато с фиником. Видите, открыла специально штору, для, чтобы побольше было света. Потому что, видно, может быть, света ему не хватает. Я сейчас стараюсь его вообще не поливать, потому что там очень влажно. Я прямо туда пальцы засунула в грунт, и он очень-очень-очень влажный. Хотя дренажный у него этот... горшок. Это зеркало. Зачем я его купила? Огромное зеркало, такое, знаете, кривой формы. Не знаю, может быть, в ванной, когда буду делать ремонт, повешу, пока здесь стоит. Вот так вот. Кто знает секрет Лератте, что сделать, чтобы оно росло? Но говорят, нужно сделать черенкование, вот эту часть отрезать, и тогда он даст новую ветку. А череночек можно, ну, как бы черенковать и посадить в другой горшок потом. Сначала, чтобы он корешки дал, потом пересадить. В общем, не знаю, боюсь я его резать. Страшненько. Ну, вот так вот, чтобы вот отсюда ветки пошли. Но у меня такое чувство, что он как бы, судя по... Ну, не знаю, вроде бы есть шанс. Вот эти крепкие не падают. Но очень много отвалилось листьев. А если он скидывает листья, то... Значит, ему чего-то плохо. Я думаю, пересадить, а с другой стороны, там новый листочек идет. Ну, куда его пересаживать? Сейчас не надо ему стресс делать. А вот этот вот листик, вот типа новый, он уже вот так вот, вот этот вот типа новый листочек у него лезет. Но вот он как бы застыл. Вот уже несколько месяцев так. Вот я листья протираю. Вот видите, кто-то съел тут один лист. Вот. Ну, ладно, остальные все хорошие. Очень хорошие. Так хочу большую Лератту, так они мне нравятся. Они дорогие, кстати, у нас. Так, если что-то шумит, это у меня шумит посудомойка. Ну что, пьем чай с лимончиком. Надо его немножко еще так пошоркать, чтобы он кислоту дал и немножко остыл. Вот. Как я это люблю. Как я это люблю. Так. Возьму вилочку. Я сегодня не накрашенная. Сегодня краситься не буду. У меня опять аллергия на глаза. Я опять добавила ресничную вот эту вот сыворотку, но уже другой марки. И все равно глаза вот так вот не так сильно отекли. Маракуйя. Это кайф. С орешками. Я сегодня на по-домашнему сделала крем на лицо с ретинолом. Ну, дневной его можно днем. Вот. Новую марку тестирую, новый крем от Skin Dior, вот этот вот испанский. Он хороший. Как устрица. Я все с вами чай пью. Погода у нас тоже плохая. Вчера был один день солнца. И опять темнота, друг молодежи. Чаечек. Ладно, не буду вас своим чавканием раздражать. Вы любите финики? Я люблю. Но тут же есть косточка. А у меня же винир сломался ровно год назад. Как раз перед поездкой в Милан. Помните? Кто новенький? Это прикол был. Николь приготовила, короче, такие ПП-печенья, там был изюм, какие-то орешки, что-то, короче, там на это, намолола что подряд. Да, нет, это даже были не печенья, это были типа конфеты грильяжные такие. Короче, одни орехи и сухофрукты, что там еще было. Пинда паста, арахисовая паста. Ну, я хрум, и слышу такой крк, как будто, знаете, ноготь накладной отвалился. Вот такое ощущение. Хотя, на самом деле, ну, там... Он отвалился прямо сверху. Вот он. Видите, его вставили, он уже не такой родной, как был. Вот. И все. Отвалился полностью. Он где-то треснул вверху. И вот так вот отвалился. Не знаю, как это так. Доктор где-то такого в жизни не видел. Обычно они снизу откалываются, не сверху. А мне лететь в Милан. Естественно, билеты куплены, отель забронирован, все договоренности, все-все-все. А куда без зуба? Ну, куда без зуба? Маски уже никто не носил. Так еще можно было в маске скрываться. Ну и что? Я этот зуб... Можно найти влоги. Я этот зуб на клей момент, на секунду
клей вот этот вот. Приклеила. Так ходила. Потом вернулась из Милана и чухнула быстренько в Россию. Мне по гарантии бесплатно сделали этот винир. Стресс был пипец. Финики такие сладкие, что, блин, можно даже сахаром не сластить чай. Так вот, я с тех пор боюсь что-то такое кусать, где я знаю, что могут быть семечки какие-то, или какие-то орехи, или какие-то косточки, потому что боюсь сломать зубы. Это на всю жизнь теперь это, как сказать, фобия. Даже если я беру какое-то там, не знаю, яблоко, сейчас яблока у меня нет, я буду его, шкурку сниму, постараюсь нарезать, и только потом я буду кусать, и то как-то вот очень-очень аккуратно. Вот, яблок нет, сейчас у меня киви, маракуйя, авокадо, бананы, имбирь, лимоны. Все. Яблок нет. Какой-то витаминоз. Все время хочется киви, апельсина, что-нибудь такого, мандаринку какую-нибудь. Весна. Слушайте, я, наверное, не буду ничего выкладывать. Я такая страшная, не накрашенная.